Приглашаем Ника Макдони на сцену. Probably one of the first diamond in our industry of network marketing. Он один из первых даймондов в индустрии сетевого маркетинга. Спасибо тебе. Не могу поверить, что я нахожусь здесь, с вами. Основателями, президентом и амбассадорами. Здесь также находятся два особых человека, Даррен и Ави. В течение моего пути мне казалось, что это не я. Все знают, как меня зовут. Все знают о моем пути. Это было очень сложно. На моем пути было очень много барьеров. Я всегда говорю себе, люди всегда могут чего-то добиться в жизни. И даже несмотря на барьеры, я смог многого достичь. Я работал в очень многих организациях. Все всегда зависело от финансирования. Когда заканчивалось финансирование, я переходил в другую организацию, пытаясь что-то продавать. Мое финансовое положение было очень сложным. Мне посчастливилось встретить братьев Даррена и Ави. Сам Ави никогда не встречал глухих людей. Как в таком случае я смог с ним общаться? Мы смогли найти с ним общий язык на духовном уровне. Мы общались с помощью ручки, бумаги и жестов. И теперь я здесь. Как это возможно? Любой человек может достичь в жизни всего, что захочет. Я нахожусь здесь, чтобы поддержать свою команду. Я здесь ради них. Это самое важное. В моей организации 50 глухих. Не только в Великобритании, но и в Мексике, Италии и других странах мира. Моя цель – помогать моей команде, чтобы они смогли стать даймондами, изменить свое финансовое положение. И сетевой маркетинг помогает им в этом. У них появляется возможность общаться. У меня все. Спасибо всем. Это прекрасно. Если кто-то говорит, что MLM это сложно, спросите этого человека. Как без голоса и слуха этим заниматься? То, что он достиг ранга Diamond, это фантастика.